как раз редкий случай, когда случайно оказываешься на месте инцидента. Сейчас я нахожусь в Киеве на линии скоростного трамвая в районе Борщаговки. Это улица Семеренко. Здесь сейчас мы наблюдаем процесс возвращения на рельсы на трамвая, который сошел с путей. Самое интересное, что на этом участке сходы с рельс трамваев происходят регулярно, практически каждый день, и при этом сходы происходят именно с вагонами «Электрон». Для местных жителей эта процедура превращается уже в настоящее шоу. Все собираются, смотрят, фотографируют, снимают на телефоны, в общем, наблюдают за процессом. И никаких мер со стороны путевых служб для устранения причин сходов с рельс не принимается. По всей видимости, Киев по Странцу проще пригонять сюда каждый день два крана, ремонтную бригаду, которые занимаются устранением данных происшествий. И плюс к этому, самое главное, страдают пассажиры, которые не могут ни приехать, ни выехать из данного района. Им приходится выходить на полпути, идти пешком, либо добираться до нужного места на маршрутке или автобусе, переплачивая за проезд. При том, как известно, деньги за невыполненную услугу, то есть за то, что прерывается поездка в трамвае, по вине перевозчика деньги не возвращаются. Вернули трамвай на рельсы, он поехал дальше, но проблема все-таки не решилась. Будут ли разбираться с устранением дефекта на рельсах, который приводит к сходу все время, или будут ли убирать эти вагоны с маршрутов, вот это вот неизвестно. Но, по всей видимости, пока Киев-Пострант не собирается принимать никакие радикальные меры по ремонту путей, жителям Борщаговки так и придется ходить пешком, оплачивать проезд 8 гривен, а затем выходить на полдороги, идти пешком домой или платить опять 8 гривен для проезда в маршрутке или в автобусе.